Привет, меня зовут Сергей, мне 29 лет. Я из Химок. Решил заняться снижением веса. Сейчас я начал заниматься снижением веса с июля месяца 2013 года. С результатом 190 килограммов. Сейчас во мне 129 килограммов, сейчас январь 2014 года. На стадии похудения я лазил по сайтам и набрел на сайт Юрия Спаса Кувковского. Читал много отзывов, смотрел много видео. Вот. Меня это очень сильно заинтересовало и подумал, а может быть мне тоже попробовать заняться спортом. С целью подтянуть фигуру, набрать немножко мышечной массы, да и вообще просто красивее выглядеть. Также увидел на сайтах Юрия Спаса Кувковского реалити-шоу «Жир в топку». Вот. Она меня очень заинтересовала, видел там человека, который сбросил 12 килограмм, а потом куда-то исчез. Вот. Решил попросить Юрия снять со мной такое же видео, так сказать, для мотивации, что я никуда не убегу, не уйду и буду продолжать заниматься до конца. Когда я пришел в МДФит заниматься к Юрию 2 недели назад, эта футболка была на мне в обтяжку, а сейчас вот, висит. А вот и Юрий. Привет. Здорово. Послушай, ну, мало кто может поверить, что за 2 недели футболка может начать висеть. Ну вот, какой у тебя рекорд похудения за месяц вообще? Ну, первый месяц похудения мой был где-то минус 22, наверное, килограмма. 22-24? 22-24, да, Макс. Вода прыгает все-таки? Да. Больше выпьешь воды, меньше, да, 2 литра туда. Для тебя выпить 2 литра воды, наверное, было при весе 190, это обычное дело, да? Конечно. Я объясню, почему так происходит. Дело в том, что когда мы имеем большую массу тела, то 1% от этой массы – это больше в килограммах. Например, сбрасывать 1% в неделю при весе 190 – это килограмм 900, а при весе 100 – это 800 грамм. Поэтому чем больше вес, тем быстрее уходит, соответственно, вес. Да? Плюс метаболизм, чем мы больше худеем, тем он больше замедляется. Именно поэтому ты пришел качаться ко мне, чтобы, несмотря на то, что мы сушимся, первое время мышцы будут расти. Первое время. Соответственно, метаболизм будет ускоряться. Увеличение мышечной массы – это один из факторов ускорения метаболизма. Понятно. Соответственно, чем больше ты сейчас будешь стараться и поднимать веса, тем позже наступит период, когда жир уже практически отказывается уходить. Но он в любом случае наступит. И тогда-то вы узнаете, что нужно делать, какие секреты тренерские для того, чтобы это не произошло. В общем-то, ты боишься этого момента, да? Что? Да, наверное. Остановится, может остановиться. Ну, он же все равно будет уходить, даже если остановится. Все равно. Поэтому мы будем считать. Ведь ты сейчас обещаешь нашей аудитории, конечно, что в отличие от остальных наших участников, ты не сольешься. Дохудеем. И ты будешь до конца, да, сидеть на диете, да, у меня заниматься и станешь первым суперпобедителем реалити-шоу «Жир в топку». Конечно. А теперь тренировка. Тренировка. Раньше я дома ходил 20 минут до тренировки, 20 минут после. Правильно это? Да. Это правильно, то, что ты ходил, что ты хоть что-то делал, начал куда-то двигаться. Но вообще, с точки зрения методики тренировок, это неправильно. Потому что что нам дает ходьба? Сжигание калорий, и в мышцах сначала сжигается гликоген. Когда же в мышцах закончится гликоген, а это не менее 45 минут кардио тренировки, только тогда начнет уходить жир. Получается, первые 45 минут это, ну, бессмысленно. Ты просто сжигаешь гликоген, который тебе нужен для силовой тренировки. Соответственно, если ты после ходьбы будешь тренироваться, эффективность этого силового занятия будет снижаться, потому что топлива в мышцах уже нет. С другой стороны, ты бы мог 5 минут походить на беговой дорожке, затем 40 минут силовая тренировка или даже час. И потом уже, когда в мышцах нет гликогена, уже с первой минуты ходьбы по дорожке или там любого другого кардиоупражнения, может быть велотренажер, может быть бассейн. Кардио – это же не только ходьба и бег. Все равно уже сжигался бы жир с первой минуты. Поэтому мы теперь занимаемся так: 5 минут разогрев, подготовка сердечно-сосудистой системы к силовой тренировке. Затем мы даем мощный кач. И потом еще 20 минут легкого кардио.
А что такое легкое кардио? По сути, есть два вида основные кардиотренировки. Это так называемое легкое кардио, когда ты просто себе идешь тихонечко по беговой дорожке, потихонечку начинаешь разогреваться, потом потеть, сильно не напрягаешься, просто у тебя все равно там за час сожжется определенное количество килокалорий. Есть еще так называемое интенсивное или интервальное кардио, когда ты добиваешься высокого ритма сердечной мышцы, да, сокращения сердечной мышцы, а иногда и самый жесткий вид вообще по интенсивности, когда ты чередуешь, допустим, минуту высокий темп, высокая интенсивность кардио, минуту небольшая интенсивность, медленный темп. Так вот, интервальное кардио наиболее способствует сжиганию жира на протяжении кардиосессии. Но у интервального кардио есть очень большой минус, который никто почему-то не учитывает. Это то, что можно почувствовать себя плохо. Например, я занимался на жесткой диете один раз интервальным кардио, у меня резко повысилось давление. А к чему может это привести? Я почувствовал стук в ушах, почувствовал, что сейчас рухнусь в обморок, я был на голоде, готовился к чемпионату мира. И мне пришлось срочно прекратить тренировку и доковылять до дома, и принять успокоительные средства. То есть интервальное кардио – это повышенный риск, намного больше риск для сердца и сердечно-сосудистой системы, а это риск инсульта, по сути, да? Чем, допустим, силовой тренинг, чем когда ты делаешь становую тягу, приседания со штангой, но потом полноценно 3 минуты отдыхаешь, это меньше нагружает сердце, гораздо меньше. Поэтому мы пока с тобой практикуем плавное кардио, а уже потом, когда ты будешь более тренированным, мы, может быть, потихоньку начнем дозированно включать интервальное кардио. Получается, на сколько килограмм ты в итоге похудел на сегодняшний день? Если 190 минус 130 на 70 килограмм, на 60. На 60 килограмм похудел этот человек. И это только начало, впереди еще самое тяжелое. Я думаю, что такие результаты не может показать каждый из нас. Многие об этом мечтают, и многие отчаиваются, и бросают. Мы покажем еще фото, да? Поправляются обратно, да. Мы покажем сейчас фото, как выглядел наш герой, сколько месяцев назад. 6-7. 6 месяцев назад, то есть 60 килограмм чистейшего жира было сброшено за 6 месяцев приблизительно, плюс-минус, да? Каждый из вас может это сделать, Сергей это показывает. И также, несмотря на то, что не каждый выдерживает мое шоу, жир в топку, и не каждый может получить в итоге суперприз, славу и честь победителя, но я надеюсь, что Сергей крепкий орешек. Ты всегда в жизни добиваешься того, чего ты хочешь? Да. А если тебе будет трудно, если тебе захочется есть, что ты в этой ситуации будешь делать? Как ты не опозоришься перед нашими зрителями и не пропадешь? Когда мне хочется есть, я ем. Ты ешь. Ну а если надо будет не съесть что-то сладкое, нестерпимо, у тебя станет так мало жира, что аппетит станет нестерпимо сильным. Как ты будешь мотивировать себя? Это вопрос психологии. Это вопрос психологии, я буду тебя учить, как себя замотивировать. Ну а совет, который я вам дам, это трогать свой жир, трогать свой живот, смотреть на него в зеркало, акцентировать на нем свое внимание и проникнуться ненавистью к собственному жиру. Возненавидеть свои бока, свое пузо, свои запасы, и это поможет отказаться от следующего куска соблазнительной, но вредной еды. А следующие советы я уже дам в следующей серии «Жира в топку» с Сергеем. Смотрите, мы уже будем проводить силовую тренировку, силовые упражнения с весами, пока еще с не очень большими весами, но с каждой тренировкой они будут расти. Если честно, я верю в каждого из своих участников. Я верю, что предыдущие участники, которые сбежали из студии за гамбургерами, все-таки вернутся и продолжат свои попытки. Ведь если ты не смог удерживать диету, это еще не поражение. Ты можешь снова предпринять следующую попытку и следующую, в конечном итоге просушиться. А я думаю, что мы не будем прерваться, мы будем сушиться и дойдем до желаемого результата.
это будет уже минус 100 килограмм. Я думаю, центнер. Это будет результат, да, центнер жира. Эта серия будет называться центнер жира. Смотрите жиртопку. Пока. Попрощайся с нашими зрителями. Пока. Сергей увлечен кардио. Да.